Всем привет, друзья, подписчики мы, и нашел, кто украл мой домик. Сейчас идем разбираться. Вообще охренели. Кто-то себе также на прудик перевез. Забрал, разобрал. Это же, блин, кусок работы какой. Это же разобрать надо, потом собрать. Подходим. Уже, блин, я вообще, блин, офигел. Кто пропустил прошлое видео, как я пришел в свой домик. Смотрю, а его нету, я вообще, блин, офигевший такой. Такого вообще не ожидал. Так, подходим сейчас, блин, посмотрим, кто еще будут перевозить обратно. Эти уроды, блин, вообще охренели, блин. Нашел домик, вот он стоит. Какой домик? Какой домик? Мой домик. В лесу стоял там. Ну то что? А то чей дом? Кто его сделал? Я не знаю, это не написано, где... Написано. Вы что, блин, вообще уже офигели или что? Нам сказали забрать, мы забрали сюда. Кто сказал забрать? Егерь там в лесу. Егерь, я его знаю, он мне разрешил там делать. Нам сказал забирайте. Посмотрите. Потом, лес, мой... Я вообще в шоке. Лес мой загорится, сказал мне. Сказал забирайте и все. Вот это расклад. Себе хоба взяли, забрали домик, не спрашивали меня. Я его сделал, сколько материала купил, все, двери ставил, работы. Вы приехали, забрали вот так, хоба. Да, перетащил гидрокраном. Нормально. Смотри, какие. Я вижу. Купляй назад. Что, купляй назад? Это вы у меня купляйте, давайте, за материал, за окна, да, за двери. Что уложили? Пенки всего. За перевоз, да, может еще? За перевоз давай. Вообще, ты посмотри, какие люди, блин, пошли, блин, наглые. Пришли, забрали, он типа ничейный, да, у меня там нет документов, да, можно забрать, да. Я и стоял, глянь, гарненько стоит тут. Да, да. Урис траву. Ребята, я шучу, я отдал этот лесной домик своим знакомым сюда, в лесные заливы. Где я здесь, сюда часто приезжаю, рыбачу. Такая вот здесь красота. Тоди пошел плавать, беседочка. Это охранник этого вот пруда смотрит здесь. Говорю, где я здесь вот часто рыбачил, на карпика, на сома. А то много балбесов пишут, что типа постанова купил частный пруд за рыблин. Я просто не говорил, что было интерес, интрига. Видно, что я с суперсусом пошутил, купил тогда этих карпиков. И куча уже давай писать потом, когда я вот поехал на рыбалку. Так что класс! Ничего себе! Вот это вы дали! Молодцы! Я думал его перевозить, это вообще, блин. А перевезли, как будто... Мы гидрокраном выказывали, там гидрокраном зацепили. Поставили на машину, на ЗИЛ 133, привезли сюда его. Геть в сборе. Красавчики! А я думал его разбирать, это такой головняк, работа, думаю, это моего друга брат здесь этот пруд, говорю, бери, забирай, что он там будет стоять, там уже в аренде не половишь, а сюда я приезжаю, часто красота здесь по душе, далеко от села, атмосфера, приехать вот так переночевать. На день рождения, там Новый год, может так, ну, с друзьями, красота. Так, идемте смотреть, говорю, красавчики. Так вот перевести, сохранить его, здесь будет служить под присмотром. Так, заходим. Вау, как я заскучал. Кого он, Беня растет нас. Ну, о, попробуем домашний, ваш? Да. Ну, класс. Все, где у нас будет здесь 24 часа ночевать? Фу, упаду. Здесь просто релакс, особенно в этом месте. Здесь еще больше по атмосфернее. Потом говорю, рядом же дачи, село, собаки, а здесь никого нету, вообще круто. И там уже на выходные старался уже не приезжать, а то куча уже знают, приезжают на этих мотоциклах, квадроциклах, дырчат. Не давали мне уже снимать, там делать. То здесь класс, тишина. Все, немножко надо было сначала набить доску, а потом... Вот эти балки и тиражи. Да, ну ничего, там уже поделается. Мы возьмем доску цельную и через усе пустим, широкую доску. Это все мелочи, уже позарезается, просто вы не знали, а так красавчики, что и так забрали. Ну да, дивимся, как стоял там. Да, я говорю, как стоял. Я говорю, вы что, его там разбирать, я там
крутил его этими саморезами тогда. Супер, сделается столик, да, там потом все. Ну, буржуйка сейчас поставил здесь. Да, да, буржуйку отдал, люстру я только забрал. Я ее шлифанул, хочу Карпаты себе в беседку туда. А здесь можно такие нарезать круги, просто слэбы, и прикрутить таких много. И будет также классная люстра. Все, супер, просто говорю, где там иногда будем приезжать. Красота такая вот. Вот так вот пошутили. А, Тоди прыгает. Здесь вот беседочка. Там тараги. Ну. Тони купается, плавает. Вылазь. Иди сюда. Вылазь. Вот у любитель плавать. Смотри мне только. Я пойду на ту сторону. Ты меня уже здесь напугал. Я хотел здесь ловить. На бутылке закидушки пойти раскинуть. Пойдем на ту сторону. Раскинем. И может там кружки порыбачим. Хочу поймать какого-то карпика одного и затушить его. Может хорошенького попытаемся вот поймать. Будем цеплять крупную фракцию. И с овощами там возьмем, затушим, а то всегда жарю. Так что пошли, ребята, сейчас порыбачим. С утреца здесь такие рассветы шикарные. Туманчик, красота здесь. И где будет вот служить наш домик. Класс. Так, пришли на ту сторону. Вырубил три ветки. Так, берем сейчас их вот так в землю. И половим на бутылки. Все, берем наши бутылки с лесочкой. И цепляем флет. Берем сейчас прикормку, замешиваем. И прицепим потом колокольчик. Когда что-то возьмет, будет разматывать. Все, мы услышим. Вот так. Так что пошли, замешиваем прикормку и цепляем флеты с кукурузкой. Забрасываем. Так, здесь у меня вот я взял изоленту. Все, где можно, чтобы не размоталось. Цепляем. Замешали прикормку. И берем теперь сюда прикормки. Будет у нас два флета, а одна бутылка на пружинке. Так, есть. Все, и берем кукурузку. О, выливаем сюда еще эту водичку кукурузки. Так, и одеваем. Много штучек, чтобы может взять что-то хорошенькое. Какой-то может карпик возьмет. О, вот так вот будем цеплять, делать. Так, где-то еще один крючок. Посмотрим. И сюда так много одеваем. Так, берем, цепляем здесь. Я дома сделал уже так классно поводки, чтобы можно так одеть, а не привязывать. И забрасываем первую бутылку-закидушку на флет. Посмотрим, что будет. Ну, а я думаю, что-то будет здесь. Все, и забрасываем на первый флет. Вот так вот держим бутылку, чтобы разматывалась леска. О, неплохо. Вообще отлично. Все. И цепляем погремушечку. Если что-то возьмет. Все. И так само берем здесь. Вот так вот можно просто половить на бутылки. Если у кого нету таких вот удочек на карпа модных, которые стоят, можно вот на простые бутылки. И также вот, я думаю, поймать так само. Все, закинули две бутылки закидушки на флет, а одну на пружинки вот. Все, забрасываем туда в бок. О, отлично, так же. Все, наматываем.
И цепляем наш колокольчик. Все, будем ждать. Закинули 3 бутылки закидушки. Интересно. Должно что-то взять. Главное, говорю, чтобы какой-то карпик клюнул. Хочу затушить на вечерок. Прошел где-то часик, тишина. Но я и сегодня приехал, как-то так тихо. Жарит, видно, вода спала. Даже у меня в колодце начало уже резко падать, я смотрю. Тот раз, как я приехал топтухой, то рыба ходила, гуляла, я видел. Я уже все подготовил здесь. И столик, казанок. Чтоб карпика затушить, абы что-то поймать. Но я думаю, на вечерок что-то будет. Сейчас вот что-то клюдит, я думаю, какой-то один карпик. А то, может быть, попадалово, блин, как назло. Не всегда даже на таких частных прудах ловится. А мы пошли, ляжем, отдохнем. Может, арбузика сейчас отрежем, покушаем. Фу, а здесь-то хорошо, свеженько, не жарко. Ох, вот это я буду спать. Посмотрите. Красиво, лес, пруд. Обстановка своя, старая, сколько... Было приключений здесь, в этом домике. Рыбалка, помню. В проруби вот это ловили щуку. Так, интересно было. Класс, полежали. Чуть не заснул какой-то часик. А то просто приехали в обед. Жарило, а сейчас уже на вечерок нормально. Так что пойдем проверять наши бутылки-закидушки. Надо проверить. Или там есть кукурузка опять прицепить при кормочке, так как надо поймать какого-то карпика, а то ничего не брал готовить. Там у меня только лук, морковка, и то не накашка будет. Пошли. Пришли проверять бутылки, закидушки, сейчас их проверим. Одна вот боковая, леска что-то на камышах. Сейчас проверим, достанем. Но не размотала, ничего. Так, пошли, проверим. Опа, что-то есть, ребята. Блин, или зацепилась за что-то. Так, или завело. Так, Тони. Интересно. Сейчас посмотрим. Ах, блин, ушло, ребята. Что-то было. Когда я дернул, оно завело за что-то. Жаль. Да, и посъедало. Так что цепляем опять кукурузку. Проверили закидушки. На этих была кукуруза, только прикормки не было. Прицепил, закинул. А здесь вот что-то взяло. Но когда тянул... Блин, там зацеп был. И ушло, жаль. Может, какой-то карпик небольшой так бы сейчас затушили. А то, говорю, нету ничего. Ну, будем надеяться, что что-то возьмет. Подождем, может, что-то клюнет. А мы пока арбузика покушаем. Может, и ничего и не клюнуть, как назло. Настроился приготовить, затушить карпика. Думал, поймаю. Ничего не взял. Думал, блин, поймаю по-любому. А здесь, блин, сегодня, блин, жара что-то такая. Рыба стоит, не хочет. Вот такие вот домашние гарбузики. Понятно, жарит уже так. Говорит, что в два раза и больше есть. О, какой! Так, без косточек даже отрезал. Какой сладенький, класс. Ничего, я думаю, что-то словим. Если за вечер ничего не будет, за ночь, за утро что-то клюнет. Может, пару кружков еще расставим на ночь. А мы будем кушать арбузиком. И Тоню надо покормить. А Тони проголодался, накупался. Кашка с бурячком и с мяском. Вкусно? Да? Вкусно? Кушай, кушай, не выбирай только, понял? Здесь беседочка такая классная.
Может, утром будет что-то. А то вода такая теплая. И ночью уже прохладненько. Немножко вот остывает. И с утреца, может, карп будет кормиться. Словим что-то. А так попозже там поедем кое-куда в интересные места. Вот там, я думаю, будет рыбалка. Так что смотрите, выйдем, половим на кружки. Я туда давно планировал уже. Это, я думаю, будет вообще бомба рыбалка. Закинул поплавочные удочки на червячка. Думаю, может, карасика половим. Оп-оп-оп. Что-то клюет. Так, подождем, ребята. Говорю, может, карасика на пожарочку, на сковородочку словим. Давно хотел посидеть где-то с удочками на поплавочные. Так что посмотрим. Так, что-то пробует. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Повело или шо? Блин, какая-то тюлька там пробует. Тони, ты где был? А? Ты где был? Грязный. Синька задалбывает. Я уже раз 10 цеплял червяк. Перебивает. И самого дна клюет эта гадость. Блин. Думал, карасика хоть наловим. Жаль. Отдыхаем уже с Тони. Потемнело. Здесь так атмосферно. Тишина, такие вот звуки, далеко от цивилизации, от ближайшего села даже далеко. Тони постелил здесь спальник, он лежит. Класс, ребята, просто. Такие вот здесь звуки лесные. Кузнечики, птицы кричат. Красота такая. Фух, класс. Так что пойдем отдыхать, а завтра с утреца, с самого рассвета, я думаю, может что-то клюнет, и еще может что-то поймаем, половим на закидушки. Так что всем спокойной ночи. Всем доброе утро, спалось классно, здесь в лесу, на природе. О, как уже прохладненько по утрам, похолодало. Сейчас рассвет, красиво, туманчик над водой, вода прогрелась, теплая. А так сейчас прохладненько. Уже ночи будут прохладные. Пойдем сейчас проверим наши закидушки. Может, там что-то взяло. Что-то слабо. И подождем, половим. Может, утром будет брать. Тот раз, помню, приехал, когда жарило так было. 37 под 40. А потом резко спало. И я приехал. И такой был клев, рыбалка. Карпиков потаскал, собика. А сейчас что-то слабо, или давление, или что. Пришел, а здесь работала одна закидушка. Крутит. Так, будем доставать, смотреть. Так, что-то сидит. Так, или возьмем, наматывать сразу будем. На эту бутылку, чтобы это потом нормально закинуть. Вот так вот. Интересно. А то смотрю, кружки стоят. А сработала закидушка. Так. Может, карпик какой-то неплохой сидит. Так, 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 так. Что-то есть, размотал хорошо. Блин. Ох, блин, хороший карпик, по-моему, сидит, чтоб туда сейчас кусты не завел. Интересно. Так, 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 достаем. Опа, вот он. Ох, что делает. Так, иди сюда. О, этого можно зажарить, затушить. Так, заплат...
Иди сюда. Вот такой карпик, ребята. Класс. Такой вот карпик, посмотрите. Красивенький. Если поймаем что-то побольше, то этого отпустим. Он небольшой. А если ничего не поймаем, то возьмем одного, зажарим. Молоденького такого вот. Так, берем, бросаем. Ребята, пришел, леска натянутая. Здесь оно зацепилось, не тянет, может опять карпик какой-то взял. Так, будем сейчас доставать, смотреть. Тихо, тихо, Тонь. Нельзя. Так, сейчас посмотрим, что там. Ну, наверное, небольшой карпик взял. А то тянется легко. Так, 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 давай сюда. Потому что вот одну бутылку завел. Надо будет залазить в коряги, в эти ветки. Оп, 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 чтоб не завел. Так, что-то у нас здесь. Карасик, ребята. Ого, ничего себе, какой карась. Вот это карасище взял. Посмотрите, не ожидал. На кукурузку. Хороший карась, блин, здоровый. Вот. Кукурузки ему захотелось. Все. Класс. Что-то взяло. Блин, завело. Туда, в кусты. Так, может, вытянем? Посмотрим сейчас. Так, 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 так. Наматываем. Блин, чтоб не завел. Пойдем, а то что-то слабо. Сопротивляется хорошо. Хорошенький карпик. О, там уже выпрыгивает. Чтобы не запутался. Если что, полезем, говорю. Так, так, так. Ох, что делает там. Блин. Завел в коряги. Или в камыши. Так, 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 так. Карпик хорошенький. Ох, хороший карпик. Ребята, посмотрите, какой. Ох, поймал. Наконец-то хоть одного хорошенького. Да. Класс, ребята. Есть вот такой вот карпик. Поймали. Классного. Да иди сюда, красавчик. Есть. Ребята, рыбалочка пойдет на закидушки. Поймали пару карпиков. И на ладошку карасика еще хорошенького. Схватил так сбоку крючок. Как будто случайно. Тонь, ты где? Вот посмотри, какой карпик. Я поймал. Красота. Будем собираться. Слабо что-то клюет. И кружки раскинул, и ничего. Также на кружок взял карасик. Но когда подымал, ушел. Увидел, сорвался. И на закидные попробовали. Половили. Интересно было. И карасик, и два карпика взяли небольших. То отпустим их. А то уже и лень готовить что-то там тушить, жарить. Я думал, уже нема когда. Чтоб с вечера попался, то мы его бы зажарили, затушили. А так отпустим. Один здесь небольшой, а один такой хорошенький. Пускай живут. Отпустим.
Как-то приедем еще, половим на трофейных. Закинем и закидные, и удочки. Все, поплыли. Так что, ребята, кому понравилось такое вот видео, как мы порыбачили на бутылке закидушки, если вам интересно, то, может, еще где-то на них половим. И лесной домик показал, а то много спрашивали, как там, что там. Вот здесь он уже будет. Красота! Здесь, говорю, далеко, также атмосферно, классно и красиво в лесных заливах. Так что, кому понравилось такое вот видео, пиши и ставь лайк. Всем пока!